13 декабря университет Лобачевского и Нижегородская гимназия номер 1 подписали договор о сотрудничестве. Таким образом, уникальное для нашего города образовательное учреждение с углубленным изучением немецкого языка отныне в числе школ университетского кластера. На сегодняшний день мы имеем 3 школы-побратимы в Германии. На сегодняшний день наши ученики участвовать в программе «Немецкий языковой сертификат», дающий право поступления в вузы Германии без вступительных экзаменов. И это мы активно очень используем. На сегодняшний день, опять же, 2 университета Германии принимают наших выпускников сразу после окончания школы. Опять же, принимают на технические специальности, то, что нам на сегодняшний день не хватает, если честно. Но университет Франкфурт на Одере и университет Геттингена ждут наших выпускников. Мы сегодня, так сказать, подписали договор о таком сотрудничестве с первой гимназией. Хорошая, известная школа. Она тоже вливается. И оказывается, тоже очень здорово. Они дружат с университетом Эссена. Мы дружим с университетом Эссена. Мы дружим с гимназией. И вот такие вот кластеры международного сотрудничества, хорошего международного сотрудничества, они вообще складываются на базе нашего университета здесь. Я считаю, что это очень здорово. Это очень здорово содержательно. Я думаю, что сейчас это очень важно политически, что вот мы, так сказать, такие хорошие контакты завязываем с теми, кто с нами хочет дружить. То есть мы открыты.